Вклад в общую победу. В Сургуте представители таджикской национальной культурной диаспоры «Вахдат Север» передали для нужд бойцов СВО автомобиль «Нива» и гуманитарный груз. В посылках теплые вещи, резиновые сапоги, одеяло, белье. То, что сегодня так необходимо на передовой. Участие в сборах помощи члены диаспоры принимают постоянно, с самого начала специальной военной операции. Работают как по адресным заявкам, так и присоединяются к общим акциям. Сегодня в зоне спецоперации выполняют боевые задачи их земляки, поэтому такая поддержка, уверены общественники, необходима. Машина технически справлена, хорошая, рабочая, полная. Проедет, я очень надеюсь, как бы принесет очень много пользы. Мы тоже живем в этом городе, это тоже также наша малая родина. Поэтому мы очень активно участвуем и помогаем. Эта «Нива» не первый автомобиль, который отправляется на передовую от таджикской диаспоры «Вахдат Север». Заместитель председателя общественной организации Шукруло Тимиров, например, в этом году на личные средства приобрел и отправил УАЗ-Патриот. Его примеру последовали и представители других национально-культурных центров. С их помощью в зону спецоперации уехали уже несколько машин. Передача автомобиля и гумпомощи от «Вахдат Севера» стала весьма символичной, потому как приурочена к всероссийской акции «Труд крут», в рамках которой проходит мероприятие «Трудовой фронт», направленное на поддержку военнослужащих. На постоянной основе формируется отправка таких грузов, десятки тонн гуманитарной помощи, несколько автомобилей уже в этом году были направлены на линию СВО именно силами национально-культурных общественных организаций. Помимо этого, хочется сказать, что активисты, члены национально-культурных обществ помогают не только в сборе гуманитарной помощи, да, финансовых средств для нужд наших бойцов, но и активно организуют мастер-классы по изготовлению окопных свечей, по плетению сетей, по вязанию теплых вещей. Это тоже востребованная и значительная помощь нашим бойцам.